Зубова. И сегодня я тебе дам несколько советов, как стать хорошим фотографом. Для начала приобрети себе хороший фотоаппарат, а затем определись, в каком жанре ты будешь снимать. Если ты любишь животных, то выбирай анималистический жанр фотографии. А если же ты любишь общение с людьми, выбирай портретный жанр. Когда ты фотографируешь только головы модели, держи фотоаппарат на уровне глаз. В портрете главное – глаза. Если ты хочешь сфотографировать модель в полный рост, то держи фотоаппарат на уровне груди или на уровне талии, дабы избежать эффекта коротких ног. Если же тебе нравятся фрукты, овощи, ягоды, то фотографируй в жанре натюрморт. Любишь растения – фотографируй в жанре флора. Любителям природы лучше выбрать жанр пейзаж. Старайся, чтобы твой объект не сливался с фоном. Не заваливай линию горизонта или линию воды. Выбери середину. Снимая движущий предмет, оставь в кадре место направление движения. Вот так. Когда тебе наскучат цифровые фотографии, отыщи дома старенький зенит и поэкспериментируй. И знай, Благовещенец, фотография – это не спорт. В ней нет правил. Все должно быть испробовано.